При поддержке Общественного совета госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Жить, побеждая диабет» для жителей города будут проводить разнообразные занятия и встречи. Цель – показать, что с заболеванием можно вести яркую и полноценную жизнь. Диабет – не приговор. Нужно регулярно обследоваться, научиться контролировать уровень физической активности и питания. Встречи, лекции, практики для того, чтобы особенно вновь выявленным людям с диабетом оказать информационную поддержку, психологическую поддержку, чтобы люди знали, что они могут куда-то прийти, обратиться со своими проблемами. На презентации проекта врач-эндокринолог Лилия Барышникова рассказала о последствиях, способах диагностики и лечения заболевания и ответила на вопросы участников. Знать все о диабете полезно как больным, так и их родным и близким. У меня наследственность по сахарному диабету, мама болела сахарным диабетом, и для меня это актуально в том плане, что мы планируем беременность, и мне вот интересно, насколько для будущего поколения опасно вот это вот заболевание. Для тех, кто хочет узнать о заболевании больше, Нижегородское региональное общественное движение медицины и мы организуют школу управления диабетом. С октября в ней будут проводить лекции и встречи с врачами-эндокринологами по детскому и взрослому направлению. Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.